замечательно. А у нас тут рай для них всех. Правда? Хорошо, сейчас сейчас секундочку. Да, я зафиксировала. Забито все битком, можно сказать. Вот этот вот красный чихался, как вот как будто бы только что перед ним. Приехала мощная волна. И караули разной степени зрелости плоды и цветы. Там вот у нас двух старинных российских сортов. Конечно, еще не очень готовы, но я думаю, что... На один корень, собственно, да? Как это делать, я просто не особо в курсе. Или как с цитрусами обычно поступают, прививают глаз. Приживается здесь вопрос мастерства. Видите, вот здесь вот они. Он тоже плодоносит. Достаточно вкусный будет потом. Плоды у него созревают. У нас взрослые растения. Мы не выбрасываем, а их укореняем. Вообще несколько есть. Там намешано такой генотип в этом семечке. Вот так вот можете любой. Именно ботаника перемещает. Находится эта коллекционная часть коллекции, и она размножается. Тропические, субтропические растения. Называется это араукария разнолистная. Араукария вообще очень красивая, да, мятой дома и выращивают. В последнюю очередь тоже активно у нас его размножают. Там, кстати, вот у нее и плоды как раз. Вот она такая мягонькая, мне кажется, она похожа на шкурку зебры. На новый для всех сегодняшних бананов. Поэтому она далеко не все будет. Они растут, да, вот там вот молодой пошел побег у него от корня. Вот как раз и так. Да, вот можно банан выращивать, конечно, и дома. Или давали. У него вот такие вот мохнатенькие воздушные корни. Хлебное дерево, его плоды достаточно. И она достаточно быстро начинает плодоносить. Ну, она достаточно неприхотлива, кстати. Такие уделают и безалкогольные напитки, и едят. Чайки рукалли, один из самых ядовитых. Растение из Южной Африки. Обычной формы этот цветок, потому что... Нет, визитки, к сожалению, у меня нет. Москвичи много занимались селекцией актинидии и обработали. Спорагус на него завелся, это надо. Вот этот вот зеленый шар или сочетание.